И снова всем здрасте. Вчера выбрали время между дождей. Уже к вечеру сгоняли за облепихой. Вот столько я ее настригил. Сейчас я с нее сок сделаю. С блендером перебабахаю побегом. И все будет пучком у меня. Солью его в бутылочке. Сколь выпью сразу, а остальное в морозилку. Пусть стоит. Захочу. А вот уже сейчас хочу. Готова, дочь Попова. Я ее проля-ля-ля-тополяка пробил. Все. 5 минут даже не колошматил. Прикидывайте, как ништяк. Все. Сейчас я ее процежу через марлечку. Как стаканчик наверну. Ой, как вкусно будет. Через дуршлаг сейчас откидываю. Там уже все капает. Ой. Все уже оскомина на зубах. Слюни потекли вожжой. Семена остались вон. Здесь вот жмыху сколько. Сейчас я еще марлю принесу, через марлю отожму, все выдавлю. Все, он по столу все разлетелось. Вкусно. Руки в перчатках, желтые даже. Сейчас марлечку, которую выжимал жмых, караул, еле отстирал, и то не до конца. Жмых с собой заберу. На гору. Вот она, жмых у меня весь здесь. Я его там раскидаю. Итак, следующий у нас вариант. Я ставлю стаканчик. Беру вот этого всего. Ой! Ой, с пенкой, как молочко парное. Ой, караул, скулы сводит. Ой, порубчик прям по самой. Эх. Ну чё? Ням. Сейчас я её. Вот она. Я уже второй раз так пью. Вкусно будет вообще, караул. Понеслась? Ну и как вам, господа? Это непередаваемый вкус. Это надо просто самому все это попробовать. Без сахара. Без соли. Чистоганом. Он, в принципе, кисло-сладкий такой. Осенний. Вкусный, в общем. Всем здоровья. Пока.